Ежегодно в канун Дня российской адвокатуры подмосковные адвокаты проводят прием граждан в рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи «Адвокаты гражданам». Прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи в Одинцовском округе пройдет 1 июня с 10 утра до 13:00 в помещении Одинцовского филиала Московской областной коллегии адвокатов по адресу Можайское шоссе, дом 19, подъезд 4, помещение 1. Телефон для справок 8495 593 45 46.